Получатель этой квартиры Алтынай Бакаева. Последние 4 года она жила в общежитии при институте, потом снимали с мужем квартиру. Сейчас семье предоставляют тоже однокомнатную, площадь 33 квадратных метра. Но это общее условие. Дом Бакаевы тоже не выбирали, но районом остались довольны. Мне вот понравилось то, что школа рядом, садик рядом, остановка не так далеко. Вот. А пока больницы я не знаю. Садик уже года через 2 понадобится младшая Адель. Сейчас ей 8 месяцев. Но так как семья уже не маленькая, квартиру-студию они, наоборот, решили разделить на зоны. Где будет стоять детская кровать, Алтынай показывает дяде с тетей, которые здесь впервые. Свои квартиры, поздравляю. Все-таки своя квартира, не надо платить за аренду. Но дом мне понравился, уютный, такой небольшой. Правда, парковка не очень большая, она... Ну, думаю, не на все машины хватит. Парковка небольшая, так как панелька выросла среди застроенного микрорайона. Поэтому у новоселов не должно быть проблем с общественным транспортом. Маршруты давно отлажены. Быстрее добираться в центр можно и по новому путепроводу, который открыли на 15-й рабочий. Мы только в этом году из бюджета выделили более 250 миллионов рублей. Будет куплено порядка 247 квартир. Но хотел бы цифру озвучить, что за последние 4 года мы выдали 1676 ключей ребятам этой категории. Эта программа не останавливается, она будет продолжаться. Бюджет, трехлетний бюджет следующего года мы будем закладывать порядка не менее 300 миллионов на эту программу. Сегодня ключи от квартир в новом доме в порядке очереди получила 51 семья. Светлана Урванцева, Сергей Гаврилов, Антенна 7.